Сегодня в Казани проходит заседание Совета по развитию туризма под председательством полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова. Перед совещанием главы субъектов ПФО посетили выставку автомобилей, организованной перед Казанской ратушей. Экспозицию региона представили Ульяновский автомобильный завод и компании «Автодом» и «Симаз». Были представлены автомобили для перевозки маломобильных пассажиров, школьные автобусы, машины реанимации, сделанные на основе УАЗ-профи, а также новенькие автобусы «Симаз». Машины оценил полномочный представитель президента в Поволжье Игорь Комаров. А президент Республики Татарстан Рустам Миниханов также проехался на новеньком УАЗ-патриоте с автоматической коробкой передач, который, кстати, поступил в продажу 1 октября. То, что мы увидели новые модификации автомашин, это говорит о чем? Российское машиностроение развивается, государственная политика импортозамещения выполняется. Но то, что в Ульяновской области на базе Ульяновского завода производят такие автомашины, тем самым создается конкурентная среда и группе ГАЗ, и для заказчика, для нас по линии здравоохранения, образования появляется возможность права выбора. Я посмотрел, пощупал, так что в перспективе будем покупать эти автомашины. Также участниками выставки стали экспедиционный УАЗ «Хантер» и УАЗ «Патриот» с газобаллонным оборудованием премиум-класса. За 2018 год предприятие «Автопрома» отгрузили продукцию на сумму более 42 миллиардов рублей. По итогам 8 месяцев 2019 года индекс промышленного производства области составил 103,8%.